главный тренер команды «Динамо Метар» Кошкин Александр. Александр Юрьевич, сегодня первый матч. Ну, наверное, все-таки поздравлю вас с началом старта, да, с открытием сезона. Оно для вас получилось не очень приятным, но, тем не менее, ваша оценка сегодняшней игры? Ну, «Протон» с победой, это, наверное, именно поздравление. А мы провалили игру во всех компонентах, не сыграли должным образом. Отсюда такой результат. Все три партии начинались по одинаковому сценарию, проваливали начало, потом пытались переломить. Но «Протон», мне кажется, действовал по-домашнему, уверенно и выиграл нас. Сегодня очень много было ошибок на подаче. Как думаете, вот в этом, в том числе, ну, это одна из причин. Все начинается, как всегда, с подачи, с приема. Мы этот компонент проиграли. Поймали неуверенность, начали суетиться. Это вот такой результат. Сегодня делали замену связок, да? Как-то, вот, что можете сказать по игре? Ты всегда проигрываешь, ищешь варианты. Особого успеха это не имело, так что такой результат, опять повторюсь. Хорошо, спасибо. Удачи вам. До свидания.